В отношении бывшего лидера Демпартии Влада Плохотнюка ведется уголовное расследование по материалам, полученным от румынских властей. Правоохранительные органы проверяют некоторые сомнительные сделки, которые Плохотнюк заключил в 2011 году и не заплатил налоги. Об этом антикоррупционная прокуратура проинформировала вице-спикера парламента Александра Слусаря по его запросу. Напомним, экс-глава Демпартии также подвергается уголовному преследованию в Российской Федерации по подозрению в убийстве, создании организованной преступной группы, незаконном обороте наркотиков и отмывании денег в особо крупных размерах. Как заявил министр внутренних дел Молдовы Андрей Нестаси, бывший лидер демократов будет объявлен в международный розыск как можно скорее. Он уточнил, что принял все необходимые меры, чтобы Илан Шор был объявлен в розыск, и Плохотнюка вскоре постигнет та же участь. В ходе моего визита в США я сообщу всем учреждениям, что в Республике Молдова возбуждено уголовное дело об узурпации власти в государстве. Я надеюсь, что прокуроры будут действовать оперативнее, чем ждет Плохотнюк и его сообщники. И мы как можно скорее предпримем меры для объявления Плохотнюка в международный розыск и привлечения его к ответственности, подчеркнул Андрей Нестаси. По некоторой информации, появившейся в публичном пространстве после смены власти в июне, Плохотнюк уехал в США. Но данные иммиграционного офиса показывают, что Плохотнюк, используя свой молдавский паспорт, покинул Штаты на следующий день и больше не возвращался. Однако он также имеет гражданство Румынии и России и, возможно, Чехии.